Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина. Солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Калинин. Дирижер, заслуженный артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова. Сегодня оркестр открывает 23-й концертный сезон. В этом году коллектив подготовил 4 абонементных цикла с участием ведущих исполнителей народного жанра из различных регионов России. Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Элиста и другие. В концертных программах прозвучит музыка Исаака Шварца и Андрея Петрова, Максима и Исаака Дунаевских, Александра Зацепина и Геннадия Гладкова. Гусли звончатые, маринхур, калмыцкая домбра, джангар, курай, кубыс, харнай – народные инструменты, необыкновенные краски которых будут представлены на наших концертах. Коллектив оркестра находится в постоянном творческом поиске, и сегодняшняя программа не исключение. Нам показался очень интересным современный взгляд на народный инструментальный жанр балалайщика-виртуоза, композитора-дирижера Дмитрия Калинина. Итак, Дмитрий Калинин, балалайт, исполняет оркестр, дирижер Галина Иванкова. Thank you.
Дмитрий Калинин, «Весна». Дмитрий Калинин, «Lady in Folk». Солист Дмитрий Калинин. Thank you.
Дмитрий Калинин. «Добро пожаловать в лето» исполняет автор. Огня. Thank you.
«Московский бит». Авторская композиция «Маэстро. Веретено времени» продолжает нашу программу. Произведение исполняет оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина. Дирижер Галина Иванкова. Thank you.
В этом году мы отмечаем 75-летие со дня рождения выдающегося деятеля национальной культуры, профессора, академика, основателя нашего оркестра народного артиста России Николая Николаевича Калинина. И следующее произведение мы посвящаем светлой памяти великого маэстро. Павел Куликов. Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая».
Дмитрий Калинин получил академическое образование как балалайшник в Российской академии музыки имени Гнесиных и как дирижер в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. За время обучения в академии Дмитрий становится лауреатом ряда престижных всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время Дмитрий Калинин является одним из самых ярких исполнителей на балалайке. Его концертные выступления, равно как и мастер-классы, с успехом проходят как в России, так и за рубежом в лучших концертных залах. Им озвучена партия балалайки в более чем 30 кинофильмах. Среди них «Сибирский цирюльник», «Нежный возраст», «Новые бременские музыканты», «Под полярной звездой», «Бетанкур», «Тихий дон», «Статский советник», «Доктор Живаго». На протяжении 6 лет Дмитрий Калинин руководит шоу-оркестром «Русский стиль», который смело ломает стереотипы представления о звучании народных инструментов. В репертуаре оркестра произведения его руководителя написаны в самых различных современных жанрах. Дмитрий Калинин. «Песнь севера». Исполняет оркестр, дирижер Дмитрий Калинин. Thank you.
музыкальная зарисовка «Колечко». Завершает первое отделение концертной программы музыкальная картина Дмитрия Калинина «Береза». Yeah.
Следующая часть нашей программы – сплошной эксперимент. Мы отважимся представить сегодня так называемые кавер-версии мировых рок-хитов 20-го столетия. Что такое кавер-версия? Авторская музыкальная композиция в исполнении другого музыканта или коллектива. The Best of the Beatles исполняет оркестр, дирижер Галина Иванкова. Thank you.
«Танец скелетов». Транскрипция прогрессив-рок группы «Exception». Переложение Станислава Венгерова. В сопровождении оркестра исполняет Станислав Венгеров. Трубофон. И вновь на сцене наш гость Дмитрий Калинин. Ньюбом, новорожденный из репертуара группы «Мьюз». Thank you.
ABBA Gold из репертуара группы ABBA. Исполняет оркестр дирижер Галина Иванкова. Thank you.
повеяло духом юности. Из репертуара группы «Нирвана» солист Дмитрий Калинин. Знаменитая немецкая рок-группа «Рамштайн» выложила на своей странице Facebook видеозапись с кавером их хита «Du riechst so gut», который исполнил шоу-оркестр «Русский стиль». Немецкие музыканты сопроводили пост словами «Больше струн, чем у метал-группы». А солист группы «Тиль» Линдеман прокомментировал: «Русские не перестают удивлять». Автор кавер-версии Дмитрий Калинин. Итак, «Du riechst so gut». «Ты так приятно пахнешь!»
из репертуара группы «Рамштайн». Thank you.
друзья, спасибо за столь теплый прием. Мне очень приятно для вас выступать. Хотел бы поделиться с вами одним секретом. Вчера, кстати, мы уже поделились с ним, этим секретом с городом Волжский. Но я думаю, они не успели для вас его донести. Так вот, секрет вот в чем заключается. Что на балалайке на самом деле очень просто играть. Очень простой инструмент. Как вы видите, мы все улыбаемся, получаем удовольствие. Ну, в общем, ничего особенного. Так вот. Сейчас мне понадобится помощь одного из вас. Человека, которого я обещаю буквально за минуту на сцене, прямо сейчас и прямо с оркестром обучить игре на балалайке. Ну что? Только чуть, чтобы у вас не было музыкального образования. А то знаю я эти все эксперименты. Не-не-не-не-не. Это будет не чистый эксперимент. Нам нужно чисто, чтобы... Так, ты музыкой не занимался? Планируешь заниматься? Ну ладно, заходи. Давай поприветствуем, музыкалку идти, ну по-любому. Такой дебют на сцене с таким прекрасным оркестром. Дай поприветствуем. Молодец! Thank you.
наша программа подошла к концу. С вами сегодня были лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнитель, композитор, дирижер Дмитрий Калинин, город Москва. Оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова. Всего вам доброго и до новых встреч!